Это что-то необыкновенное. Это сочетание пластики, чувств, мимики и истории. Он таит в себе огромное богатство, приносит радость как исполнителю, так и зрителю, раскрывает и растит духовную силу, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. В нем есть все. Мысли, чувства, душа и характер, образ и движение. Это путь к самовыражению. Притягательная сила этого искусства очень велика. В чем со мной солидарна заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики Анжела Аджиева, посвящающая себя всецело хореографии вот уже без малого 40 лет. И это неудивительно, ведь она из творческой семьи, с самого детства росла в атмосфере музыки и любви к танцу. Прямо сейчас познакомимся поближе с семьей Анжелы, хотя вы и так хорошо их знаете. Все всегда восхищались Анжелой. Когда она выходила на сцену, было столько восторженных взглядов, которые, мне кажется, просто покорялись всем. Следом на сцене появляется Алина, которая влюбляет каждого зрителя. Но для меня сегодня стало шоком, что здесь не только мама и дочь, здесь целая династия. Сейчас мы будем знакомиться с той самой, которая подарила миру таких замечательных, красивых, талантливых девушек. Ленина Яковлевна. Очень красивое, необычное имя, в принципе, как и носитель. Ленина, кто вас назвал? Мой папа. Он был коммунистом, это при советской власти. В честь Ленина меня и назвали Ленина. Идейный товарищ Ильич. Поэтому я это имя с удовольствием ношу. Но я так предполагаю, что все друзья и близкие вас называют Лина, Линочка, да? Да, так и есть. Расскажите, пожалуйста, как в вашей семье появилось такое искусство, как танец? Ну, в нашей семье с детства, с 5 лет у нас была проблема того, что я сказала, я буду артисткой. Я стала артисткой. Приехала в Карачаево-Черкесию, поступила в ансамбль «Эльбрус» 66-го года. Мой супруг тоже там работал, папа Анжела. Вот. Его брат тоже в ансамбле песни танца Карачаево-Черкесии был Аджиев. Юра тоже с 58-го года. Так что фамилия Аджиевых с 58-го года, 1958 года. И по сей день вот несет дочь, внучка, которым, конечно, я очень сильно горжусь и люблю. В Эльбрусе 20 лет у меня и больше у их дедушки, папы, потому что он еще потом работал. Вот. Ушла на пенсию, отработала, ушла на пенсию и... Дальше путь дочь продолжила и внучечка. Ну вот в те годы, они же были сложные, тяжелые годы очень. Для всех. Родители услышали вас и поддержали. Не каждый бы захотел, чтобы дочь танцевала. Тогда, видимо, еще и не воспринимали это как что-то действительно такое доброе, красивое, настоящее. Нет. Профессию. У нас в семье как раз считали сменить детей. Вообще папа меня готовил к деятельной журналистке, чтобы и с иностранным уклоном, немецкий язык. Меня готовили, что я поступлю и буду заниматься. И дальше продолжать. Но я выбрала путь Карачаево-Черкесия, ансамбль «Эльбрус». И на всю жизнь. Поступила и ушла на пенсию в этом же. Это у нас был состав нашего, ну, ансамбля «Эльбрус», как сказать. У нас в Советском Союзе удивлялись, что вообще такая группа существует. Мы поступили, и все один за одним ушли на пенсию. Именно тот старый состав «Эльбруса», которым я там имела честь присутствовать и работать. Это было, конечно, потрясающее время. Мы весь мир объездили, весь Советский Союз. Мы столько несли культуры. Нас везде знали. Наша маленькая горсточка танцоров фурор производила во всех, как говорится, наших республиках. Мой муж
папа Анжелы, очень часто бывал за границей. Ну, я в этот момент была или в декрете, девочек своих воспитывала. Еще у меня дочечка была есть. Поэтому вот так вот. А мой Боря, Борис Чагбанович, папа Анжелы, тоже длинную жизнь на сцене прожил. И очень хороший был танцор. Ну, к сожалению, его сейчас нету, конечно. К сожалению. А так вообще наша жизнь была удивительная. Как бы тяжело нам не было, а на самом деле было тяжело. Постоянные гастроли, это совсем постоянные. Легко. С ними расставаться, с детьми было, это мучение. Мучение. Но они мне помогли. То, что они были послушные. Все время на сцене с нами была и Анжела, и Белла. Вот она, как говорится, выросла вот именно оттуда. Кулисы, и моя девочка стоит, и мы танцуем. Ну, прошла путь, конечно, длинный, очень длинный. И по сей день вот наблюдаю за ним и горжусь. Конечно, у меня, как вчерашний день, и моя молодость, благодаря им. И любуюсь, или, ну, это, до слез это все доходит. Сейчас именно. Все-таки под 80 лет это... Вы так молодо выглядите. Спасибо. 79-й год, правда. Да. Ну вот я и говорю, что радуюсь, вспоминаю, а жизнь как будто только вчера была. Я не могу с этим. Ну, в душе молодость за мной ходит по пятам. Вот и все. Я представляю, когда Анжела начинала танцевать на сцене, мама, наверное, контролировала так, вот это движение. И до сих пор, да? Я ей всегда говорила, и отец ей всегда говорил, что ты должна выйти на сцену, и ты тогда почувствуешь, что ты стала артисткой, когда заговорит каждое твое движение, оно передаст зрителю то, что он хочет увидеть. Не просто махнула рукой или там повернула голову, а даже взгляд должен означать, что ты хочешь сказать зрителю. Пластика, ход, красота, грация, осанка, в первую очередь осанка. Вот идем с концерта, я говорю, Анжел, все хорошо, но еще не заговорила. Очень много лет были но. Не, было но, всегда. было. Всегда. Но, нет, мы хотели создать то, что выше нас оказалось. А мы были в рядах вроде тоже не этот, в хороших рядах с отцом. И когда я в какой-то момент увидела, я начала плакать. Я говорю, вот теперь все, говорю. Ты взяла все, что надо было взять. Душа у тебя появилась, душа в руках, в голове. Это именно душа. Зритель должен видеть твои руки, что они говорят. Они и говорят сейчас, на самом деле. И сейчас то же самое я вижу уже у Алины. Заговорила, наконец. Заговорила. Ее руки стали мне напоминать, ну, крылья. Стали напоминать, да. Ленина Яковлевна, расскажите, пожалуйста, о ваших родителях, о вашем детстве. Мой папа был очень грамотный человек. Он был идейный, как я уже сказала, был коммунист. И он нас в таком же духе воспитывал, что сказал, сделал. Мама тоже, личность была, грамотной были. Тоже когда-то хотела стать артисткой. Но потом перенаправление, она в торговле оказалась. А папа мой был, куда родина приказывала, туда он и ехал. Приказали на Казахстан, мы за ним. Приказали туда. Короче, куда направляли папу, именно по партийной работе. Туда мы, семья, ехала. Так наша жизнь прошла. Последнее место наше было в Коми СССР. Мы жили в городе Инта. Там закончила 11 классов. У меня брат был. Сестра есть в Москве, брат в Инте остался также. А мы приехали в Краснодарский край. Оттуда я попала, и на меня пригласили в ансамбль «Эльбрус». У меня были хорошие, образованные родители, хороший брат, хорошая сестра. Ну, я вот как-то так судьба разделила. Я на Кавказе, она все там в Москве, сестра, брат на севере. Так мы и жили всю жизнь, ездили в гости друг к другу, общались, любили друг друга. А творчество родители мои приветствовали, потому что они были вот как раз в том направлении, что это надо, что это красиво. И раз она это мечтает, дочь, значит, надо ей помочь. Они не были против, мои родители. Тем более, когда узнали, что на Кавказе, я сказала, да, я туда поеду. Меня пригласил Джигутанов Магомед Амидович. И я приехала, и о чем никогда не пожалела. По сей день я тут живу уже 60 лет.
именно в городе Черкесске, воспитывала своих девочек. Теперь правнучку-то надолюбилась. Жизнь продолжается. Где проходили ваши студенческие годы и как вы познакомились с отцом ваших девочек? Ну, это интересно было. Мы не успели приехать обжиться в Краснодарском крае, туда папу пригласили друзья, чтобы мы там жили. Мы начали там осваиваться, я хотела там поступать в Краснодаре, в институт. Ну вот и пошла на концерт как-то. Приехал ансамбль «Эльбрус», и я пошла на концерт. И вот там меня заметили, меня с зала пригласил Магомед Аминович в гримировочную во время перерыва в антракте. Вы умеете танцевать? Да, умею. Мы с человек с 5 лет танцевал. Ну и вот так он меня... А если я вас приглашу, вот судьба, если я вас приглашу к нам на работу, вы сможете? Я говорю, ну давайте попробуем. Показал мне движение, я сделала эти движения. И он меня пригласил, я рисец. Вот я с папой поговорила, что я хочу туда уехать. Меня вызвали. И там в ансамбле мой муж работал в будущем. А ему так и сказали, вот, Боря, тебе и невесту нашли. Роковая фраза, да. Певица у нас... Старшие обнаружили. У нас была певица Фатима Мамбетова, черкешенка. Она говорит, ну, Борю называли как Ганс, говорит, твоя невеста. Ну, как будто так это и получилось. Пророческие слова. Пророческие, да. Я приехала когда в ансамбль сюда. В общежитии мы жили, Боря ушел в армию, я его ждала, это быстро рассказываю. И так вот потом он приехал с армии, мы поженились. Прожили почти 50 лет, не хватило 3 месяца, когда он ушел. Вот. Хотели золотую свадьбу сыграть, но не получилось. Сейчас я сама вот играю. С внуками, детьми. С внуками, с детьми. Родными, да. И близкими. Еще как родные и близкие. Вот так вот моя жизнь протекла. Чего я не жалею? Не бывало сложностей, когда вы со своей половиной 24/7 везде вместе, в одной сфере? Никогда. Мы друг без друга вообще не могли. Никогда. Даже когда вот он уезжал за границу, он вел дневник, и он каждый день по минутам писал. Дневник у меня до сих пор сохранился. Как и вот он в Голландии, в Бельгии, когда они были, он все описывал до мелочей. Какой народ, как встречают, как концерты, все-все-все. Буквально все, так что как будто мы не расставались. Вот мы с ним никогда друг другу не надоедали. Нет, такого у нас именно не было, в нашей семье. Это правда. Как в то время продумывались наряды для ансамблей, танцы? Сейчас мы часто, да, обсуждаем вот обряд такого-то народа, обряд такого. Раньше где находили преподаватели, хореографы вдохновение и какие постановочные танцы у вас были? Вот что удивительно, когда я пришла, пригласили меня, приехала, сразу попала на постановку. И был у нас грузин. Он был репетитор Сухишвили. Вот. И я попала на постановку. Я, как говорится, с первых рук сразу вошла в коллектив. Кафа, картули, это грузинский танец, кафа наш, обезьяк, там клинковой. Вот постановка такая, что я с первых рук получила то, что я хотела видеть. И я его так взяла, это все, что меня даже на картули, Гиви, бедный покойный тоже, он поставил солистка, мы танцевали с Аббасом Дармиловым, картули, это свадебный грузинский танец. Гандаган, тоже грузинский, и тоже вот как-то вот с первых рук я пошло. И в сольной партии я ему очень много получила с рук вот этого балетмейстера. И вообще наш ансамбль «Эльбрус», наш Магомед Аминович Жигутанов старался приглашать всегда балетмейстеров. Мы даже садились сами, вот старший состав, но я-то еще в старший не ходила, а наши ребята уже, которые костюмы какие, мы решали чертежи делать, приглашали художников, вот какой вот костюм. Вот, и у нас была своя мастерская, где мы своими руками шили костюмы. Мы могли ночью не спать, у нас тетя Валя была костюмер, она... Цех у нее был, она наметает все, а вот расшивать блеском, который мы покупали через московскую мастерскую театральную. И мы сами расшивали все костюмы, мы все делали сами. Что самое запоминающееся было? Самый запоминающийся концерт, ну как, много было все, но один концерт был в Запорожье, был фестиваль.
это были какие года? 70-е, я сейчас не вспомню точно. Человек 1000-2-3 участника было нас. И мы там участвовали со всеми знаменитостями, со всеми. Был большой театр, и этот театр с вертолетов спускали танцовщиц. С вертолетов. Вот представьте, ночью такая масса сидит, стадион. Вот, мы уже на выход готовимся. Перед нами вот это большой театр, девочки, ученицы еще большого театра, ну, учащиеся. И вот их опускали 400 человек, они спустились с вертолета. Вот это было зрелище. Мы стояли вот так вот все, наш номер за ними, а мы не в себя не могли прийти. Вот этот фар и все вот это, один луч света, и вдруг белое-белое, как вата, спускаются облака с неба. Нужно взять как идею. Это да. было, это было так красиво. Да, я говорю, у меня волосы дыбом. Угу, это было так красиво. Да. И они оттанцевали свой номер, а потом мы за ними, Эльбрус. Вдруг после такой нежности и взрыв кавказского вот это темперамента. Еще больше. Это было, конечно, мы все до утра не могли успокоиться. Вот это я даже про сколько десятилетий прошла, у меня в голове вот этот концерт. Это было что-то очень красивое. Много, очень много всего было интересного. И как нас на подводной лодке даже на Камчатке, на Дальнем Востоке переправляли. Да, что? Да, мы по 4, по 5 концертов, по 5 даже работали. Мы вот приезжали на площадку, и с 10 утра до поздней ночи на одной воинской части мы работали. Жизнь артиста. Да, было интересно. У нас было... Мы никогда на базе не сидели. А это 10 дней, 2 недели, и на маршрут опять. Дальний Восток, нам сейчас не так Украина. Да, в наше время не так. Вот, слушаешь, Средняя Азия. Все это наше было. Нет. Все это наше было. Все наши республики, вот, которые у нас есть, входили в состав России. Это СССР, то есть. Мы их объездили не единожды, много-много раз. И с таким удовольствием. Даже сейчас, спустя столько лет, даже какой-то город называют, и я зрительно его вспоминаю. И причем легко. У меня хорошая память зрителей. Любой город, самый даже мелкий, тот, о котором, возможно, мы и не слышали, вот где-то услышат, мы там были. Я говорю, вообще есть? Да, мы там были. Тот город, где бы не было. Магадан, Сусуман, этот тракт сибирский, где золото, дальневосточный, где золото добывают, Магадан. Там мы были, тоже было запоминаем. Мы в сарафанчиках летом приехали, в босоножечках. Когда нас в Магадане встретили, говорят, 700 километров Сусуманский тракт. Вы едете вот туда, как это? И вдруг снег. А мы все в сарафанчиках, в босоножечках. 20 сантиметров снега выпало. Мы в Сусуман едем, а тракт какой? 700 километров ехали, и нигде ни одной избушки. Только в одном месте, где для водителей есть вот перевалочный пункт, где бензином заправляются дальнобойщики. Вот нас там покормили, дальше повезли в снег. Но зато золотоприиски мы видели. В период, когда супруг уезжал на гастроли, вы с маленькими детками, кто вам помогал? У меня потрясающая была мама Борина. Мама, она для меня была всю жизнь, потому что мы с ней прожили, со свекрухой прожила. Его брата, братьев у нее было много, и помогали мне снохи, особенно одна сноха, Нина, которая помогала мне с детьми, отправляла их в школу. Не просто дяди. Мне помогли доработать. Я хотела одно время, думаю, уйду. Она говорит, не вздумай, дорабатывай до пенсии. Боря ушел на пенсию 36 лет, я 39 лет. А потом тоже жизнь другая, хочешь работай, хочешь уходи. Вот, они помогали сильно. Родителям на лето отвозила в Киев детей. А вообще так... Ну, у нас никогда не было вообще ощущения, что с нами нет родителей. Вот это самое удивительное. С собой. Никогда этого не было. Если сейчас, допустим, вот я наблюдаю даже за внучкой, когда она, если вдруг мы уезжали на гастроли, и она вот прям это все в переживаниях, когда вы приедете, когда вы уедете, не было этого никогда у нас. Мы, либо было поколение другое, либо были заботы, ну, в принципе, ребенок есть ребенок, да? Но когда уезжали мама с папой, мы их ждали, готовили сюрпризы, готовили там что-то невероятное, но понимали, что
другой жизни мы не предполагали. Мы знали, что это должно быть вот так. И мы не знали, что у кого-то есть другая работа, где в 8 ушел и в 5 часов пришел. Да, у нас вот именно это было для нас настолько норма. И когда вокруг тети воспитывали, бабушка, это естественно. Хорошие у меня дяди. Были. Все хорошие. Абсолютно все. У нас, мы жили в одном дворе, у нас не было такого, чтобы мы были где-то отдельно. Вот только с бабушкой или с тетей. Нет. Мы жили 4 семьи, вот на 4 брата, которые были на какой-то период времени рядом, да, вот. И в одном дворе. Да, и да, двор был огромный, невероятно огромный. И всегда было очень много родственников, очень много друзей. Особенно, когда приезжали, я по детству это все хорошо помню. Вот сейчас я слушаю маму и иду рядом и понимаю, что это действительно было. Это мы прожили уже. Вот даже сейчас мне уже как бы немало, да. Я как будто вернули меня на, ну пусть не 50, но на точно лет на 40 назад. Потому что я все прекрасно это помню. Когда приезжали с гастролей, когда мы встречали автобусы, вы даже не поверите, автобус подъезжает, у нас был частный дом, естественно, двор заполняется артистами, теми же, которые привозят, вот они все, и они все вместе заходили, да, во двор, они встречались, они все здоровались, неважно, это было утро, это была ночь, это был день, неважно, все вместе приходили, здоровались, встречались, обнимались. Естественно, каждый пос. Вот настолько это была вот такая жизнь, она была интересная. Сейчас чуть-чуть, конечно, есть отличия в плане этого. Я, ну, опять-таки, в сравнении с тем, что было, что прожили мы, например, вот наша артистическая жизнь. Но их жизнь была гораздо интересней. Хотя, как можно сказать, жизнь движется, и у каждого есть свой. Не скажу, что было плохо, но по-разному. Ну вот еще что нам помогло, очень сильно помогло. Сочи. Да. У нас там был объединён музыкальный ансамбль, вот Зинаида Павловна директриса. Она наш плановый концерт в Сочи увидела, и она стала нашу группу, именно танцевальную, приглашать в Сочи на 90 дней. С 25 мая по 1 октября мы работали в Сочи, жили в гостинице «Москва». И я всегда 9 лет подряд. Вот нас они зарендовали, наш состав именно танцевальный. 9 лет подряд мы ездили на 90 дней в Сочи. И мне это тоже помогло. Она начала в Сочи со мной. Была с 2 лет, а Белочка с годика. Это вторая моя дочь, которой здесь нету. Она с годика с нами. Вот я их брала обоих, с Борей мы брали. Вот она, ну тогда еще в школу не ходили. 25 мая мы улетаем в Сочи, наш коллектив. И прилетали только 1 октября. Вот представьте, сколько, вот как мне повезло тогда. И дети со мной, и работа со мной. Вот это мне повезло тогда. Чудные времена были. По 90 дней в году мы жили. Каждый сезон мы там, в Сочи. Я вас сейчас слушаю и просто завидую. Какое раньше было время? Крепко. Когда коллектив, он был действительно дружный. Не было никаких склоков, ревности. Наоборот, вот за единое целое, говорите, семья. В нынешнее время у нас никто не хочет жить со свекрухой, со снохами мало кто, со снушками мало кто дружит, там тоже какая-то конкуренция. А здесь просто кругом любовь. У нас хорошая семья, я благодарна своей Бедухан Абдулкадыровна, моя свекруха. Мы с ней 30 лет прожили одной семьей. Она умерла в 94 года. До последних дней мы были вместе с ней. Я ее любила, они любили, по сей день я люблю. Это был человек, который сплачивал абсолютно. Ну, как в любом роду, в любой семье, где есть бабушка, она сплачивает. Это большая была у нас. Она вот она одна была. Понимаю, у нас такая, были. Да, которая, вокруг которой всегда были снохи все. Снохи у нас все друг друга, у нас не было. Может, да, какие-то там что-то, но мы все равно очень... Один кулак был у нас. У нас такого не было, чтобы кто-то кого-то... Мы помогали друг другу, просто помогали. Чуть проще было время. Чуть проще добрее, было время. Добрее, чище. Чище. Сейчас слишком добрее. Много заморочек просто у молодежи. Возможностей больше стало. Конечно. Разбаловали. Да. Люди сами себя. Ну, и в этом нужно находить, наверное, хорошие моменты. Потому что, ну, не может стоять время на месте. Ну, никак не может. Тогда было по-своему хорошо. Сейчас тоже по-своему хорошо. Даже
со всего того, что происходит. Вот вы говорите, со снохами кто-то жить не может, кто-то там... И то. Все равно находятся же какие-то хорошие моменты, где-то поругался, где-то помирился. Все равно это семья. Это жизнь, да, без этого никак просто-напросто. Поэтому, наверное, к этому всему нужно просто относиться проще и правильнее, что без этого... Это жизнь. Никак. Это просто жизнь, да. У кого как. Сам человек, Юсеф, как говорится, творит. Да. Сам свою просто. Жизнь и вокруг себя. Да. Любить надо. А Белла тоже занялась хореографией или она ушла в другую сферу? Нет, она ушла в другую сферу. Она ой, даже... Гамукова вы вместе нет, были. Нет, мы танцевали. Она начинала, да, танцевать тоже. Но потом, когда серьезно уже пошел выбор, профессии сказали стоп, в семье должен быть один нормальный человек. Как папа умный. В семье должен быть один нормальный, танцоров с нас хватит. И как-то вот она пошла по направлению торговли, ее и тянуло туда больше. То есть мы ей не дали развиться, не то что мы, вот родители не дали дальше развиться, потому что понимали, что у нее чуть-чуть другое направление. Но абсолютно вместе мы все, все обсуждения одной нашей работы, оно, конечно, идет по всей нашей семье, причем постоянно, без остановки. То есть у нас в любом случае культура, она именно вот работа наша, работа артиста, она, наверное, доминирует, потому что постоянно разговариваем только об этом. Да, и тот, кто занимается этой профессией, кто не занимается, и все родственники. Сейчас ее сыночек тоже ходит к ним же в студию, и у него копия манера моего Бори дедушкина, копия, даже остановки. Он даже крутку начал делать, как делал Борис. Вот он еще ничего с себя в жизни, всего лишь 4-й класс. Но постановка корпуса, улыбка и начинает Шинека докрутить – это Борис. Это Борис Аджиев. Но если бы он в этом пошел, он для себя только хочет. Просто ему нравится ходить в студию. Сейчас детки молодцы, конечно, они молодцы, стремятся. Поэтому молодцы, здесь да. Сейчас возможности больше, чем было раньше. Еще как. Но сейчас больше дети стремятся развить культуру. Видимо, детки тоже наблюдают, видят, как соседние республики преподносит себя и тоже большое желание научиться и показать свою культуру. На такой приятной ноте попрощаться я не могу. Собственно, как и наши телезрители, которые ждут продолжения информации. Поэтому, зная, что вы это будете ждать, мы с вами увидимся по традиции уже в следующем выпуске и узнаем секреты молодого поколения.